Водители? У меня были всякие гелики, гелики, вот это все. Вот потом водитель остановился, надоело. Ну, если я подумал, что я водителям их так много, что я все равно плачу. Ну, и даже покупать машину все равно не окуплю. Ну да. Поэтому лучше пусть водители катают меня. Служебные там, ну. А личное тоже из класса. Короче, сегодня мы будем учить силу открывать окна в машине. Все. Так, а мы как будем играть? Пока вы просто, ребят. А я чайку бабью посмотрю. Заодно можно. Хороший смысл. Анастасия Олеговна, соберитесь! Я тебе сейчас заберу чай. С ними тяжело, с ними так просто не прокатит. Так что не расслабляйся. Не, подачу надо подавать. О! Не, с ними можно, можно. Да, да. Нужно даже, я бы сказал. Потому что они так потихоньку, а счет уже там типа... Да. Да, и они еще это выкладывают, потом будут говорить, что... Ну, сместитесь на третью, не знаю. Ну да. Нет, 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 нет! Опять, опять,
Я говорил. Диагональку взять? Уже диагональку взять? Зачем полезли? Там же Костя продолжал. Мы сегодня как раз над этим работали. Тяжело.